Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Это сегодняшнее видео посвящено проекту Boss Fight. Значит, друзья, проект замечательный, платит, и хочу вам показать маленькие фишки, кто не знает. Это рекламная платформа, значит... Давайте начнем с вывода. Ну вот здесь один пакет минимальный стоит $1. Как я говорила, я буду развивать проект, буду наращивать пакеты. В данный момент вот у меня 7 пакетов. И у меня эрнинг баланс по нулям, так как я сегодня поставила на вывод. Ну и денежки пришли, ну не знаю, даже если так сказать, на глаз, ну минут 10 может. Вот так. Значит, Виндрав History. Так, вот мой Виндрав History. 17 число, вот сентябрь, септембрь, 17 2019 год, 4,95. Комиссию 5 центов взяли. 5 USD я выводила. Payr, все, мой кошелек Donne выплачен. И переходим, даже можно перейти на почту. Вот 4,90 у нас же, они взяли комиссию, Payr комиссию, везде берут комиссию, друзья. И что, 17.09, 4,90 USD. Так, и на Payr перейдем. Дата операции 11 сентября, перевод выполнен 4,90. Ну и вот такой вот комментарий. Если мы перейдем в группу на Facebook, у них есть, то все выводят, все довольны. Ну, здесь одна иностранщина, друзья. Как бы русских здесь я не наблюдаю. Вот, ну и проект платит. Вот. Конечно, здесь люди выводят. Ого, вот 5,88. И по $10, и по более. Ну, сами просмотрите. Я уже не буду здесь листать. Значит, что я хотела вам сказать. Есть, можно начинать без вложений. Вот здесь есть как бы серфинг сайтов. И, как мы видим, бывает и больше. Как бы мне некогда сейчас его просматривать. Так как у меня в работе есть пакеты купленные. Этот серфинг в основном кто без вложений, понимаете, но это, конечно, долгий процесс, пока вы наберете этот доллар, так как вот я просматриваю на серфинге, вот у меня сумма, ну разница ощутима, правильно, то что мне за пакеты платят и то что я серфинг просматриваю, согласитесь. Ну да ладно. И что еще? Обращаю ваше внимание. Здесь можно, как я сказала, это рекламная платформа. И без вложений можно рекламить свои проекты. Смотрите, вот этот вот у меня доступно. Серфинг АД кредитов. 836 кредитов, друзья. Так, запомнили цифру. 836. Можно рекламить свои проекты без вложений. Например, нажимаем на любой из этих баннеров. Вот он не у нас. Нажимаю. Перебрасывать на страничку, друзья. И смотрите, идет таймер. Так. И мне один баннер АД кредит засчитали. Понимаете? Могу еще просмотреть. 5 секунд. И еще один баннер кредит. Далее я страничку обновлю. И появляется другая рекламка. Сейчас мне еще один баннер зачислят. И вот таким вот образом вы себе, если хотите, можете наращивать как бы кредиты и рекламить свои проекты. Где моя? Так, 836. Так, вот, не там. АД, вот кредиты, друзья. 704, не то я вам показала. Так, 7004 кредита у меня. Так, зайду сюда. И таким вот образом вот.
Сейчас обновлю страничку. У меня будет 705 кредитов. Вот, 7005 кредитов. Баннеры, друзья. Вы можете загружать свои баннеры. 10 рекламок просмотрели, 10 баннеров, 10 просмотров. Ну, это уже по желанию, друзья, все. Ну, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Я в целом проектом довольна. Я в проекте. Буду продолжать, естественно, работать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.